Буквы Торы. Симфония творения. Эта беседа посвящена буквам, которыми написана Тора, буквам Торы. Каждая из них имеет свое название и свою конфигурацию. И в названии и конфигурации букв символически представлены идеи, которые лежат в основе творения, дают представление о том, как устроен этот мир, в чем назначение человека, место человека в этом мире. Идеи эти, идеи разных букв, переходят одна в другую, взаимно как бы переливаются, и все вместе дают цельное представление об еврейском взгляде на мир, о взгляде Торы, на сотворенный по Торе мир. Этому соответствует как раз подзаголовок название буквы Торы, а подзаголовок симфония творения. То есть буквы алфавита в целом образуют симфонию творения. Буквам, как известно, соответствуют и числовые значения. Первым 10 буквам от 1 до 10, дальше десятки, и последние 4 буквы выражают значение сотен. Числовым значением соответствуют каббалистические представления, скрытые знания, которые как бы зашифрованы в числовом аспекте алфавита. В данной беседе используются некоторые представления, такие более-менее уже известные, раскрытые представления, в том, что касается первых 10 букв и частично и в остальных буквах алфавита.